И будем его удалять. Мы сегментируем корни один от другого турбинным бором, чтобы использовать для удаления люксаторы. Вот наиболее такой хороший и деликатный способ работы. Так можно трогать? Без кондиционки, без рукавки, это все что-то смотреть. Так, головушка сверху. Тонкий элеватор. Вот, наверное, вот такой. Еще и опекал тонкий по рабочему кончику элеватора, аккуратненько устанавливаю. Я терпимо трогаю. Все нормально? Хорошо. В общем, тут идет очень аккуратное. Все нормально? Нужно, наверное, чуть ниже. Что ниже? Спасибо, что вы. Я, кстати, думаю, что, может быть, мы корнем загерметизируем лунку для ее укрытия. Это может быть корм корень неплохой. Так, по протяжению, конечно, проблема с ферл. Ферла нет вообще, но корень может быть использован как крышечка, чтобы укрыть. Чистые, ничего страшного у них нету. Ну, корень будем как-то сейчас подпитать. Вот, который пошире. Выбирается корень пошире. Давай пылесос. У нас сегодня будет что-то такое необычное удаление. Мы часть корня будем использовать как крышечку, чтобы закрыть дырочку.
Это очень хороший фактор роста кости. Крышечку укладывается на лунку. Без давления очень хорошо. И остается только зашить. Клетки, покрывающие корень, вот свежеудаленный, живые, это является одним из самых лучших стимуляторов роста костей. Такого нет нигде, ни в каком веществе, ни в каком препарате. И вот этой боковой поверхностью корня, которая еще сохранила эти клеточки, с учетом, что корень не токсичный, не окрашивает, мы его будем аккуратненько пришивать. Шовчики снимутся, это не больно, не надо широко, спокойненько, все хорошо. Да, я чуть-чуть могу там где-то касаться, но у нас никаких острых сейчас касаний с тканями нет. Все хорошо вообще. Можно раскрыть покупочку лодки.
Все нетерпимо трогаю. Угу. Вот здесь бы нам пригодилась прогрессивная изогнутая игла. У нас есть, уже можно давать. Thank you.